Политика и чувства – это вещи диаметрально противоположные. Как человек, я могу и должен иметь свои сантименты. Как политик, я руководствуюсь интересами своего народа. Ради этого я должен встречаться, обсуждать, пожимать руки, любезно улыбаться. Все что угодно, чтобы мирно решить все конкретные проблемы. Война рано или поздно кончается. Надо искать другой язык. Владислав Григорьевич Ардзинба. Другой язык – язык дипломатии, на котором держится весь мир. Дипломаты не имеют ни кораблей, ни тяжелой артиллерии, ни крепостей. Их оружие – слова и благоприятные возможности. Баталии за закрытыми дверями по жестокости не уступят кровавому сражению. Вежливое побоище, где одни добиваются уступок, а другие ни за что не должны уступать. Доля дипломата – отстаивать права своей страны, идти по лезвию, ожидая, что в любую секунду могут столкнуть. Обходить углы, не сдаваясь и не отступая от своих позиций. Красноречиво молчать и пожимать руку, когда хочется сжать кулак. История официальной абхазской дипломатии началась 25 лет назад, но ее зарождение произошло намного раньше. К примеру, во времена национально-освободительного движения не обходилось без народной дипломатии. Тут вступали в дискуссии депутаты, общественники, ученые. Каждый на своем месте был важен и полезен. В предвоенный период накала в ход шли все силы для предотвращения неминуемой трагедии. МИД создавался в военное время, в трудных условиях. У нас никогда не были взаимоотношения с Грузией нормальными. Все знают о национально-освободительном движении, которое охватило широкие массы еще в советские времена, и стремление народа Абхазии добиться своей независимости, выйти из состава Грузии. Уже видно было, что сгущаются тучи и, так сказать, неминуемо столкновение. И для того, чтобы предотвратить его, парламент Абхазии во главе с Владиславом Григорьевичем Ардзинба предлагал свои варианты взаимоотношений с Грузией для того, чтобы избежать прямого столкновения и решить вопрос мирным путем. Но Грузия ничего не хотела слышать. Она фактически ликвидировала даже автономию нашу в составе Грузии, и нам ничего не оставалось, как принимать решения, которые обеспечили бы безопасность нашей республики, обеспечили бы ее сохранность. Это я имею в виду решение парламента Абхазии, которые приняты были в июне 1992 года. Но, к сожалению, война была неизбежна, и Грузия, почувствовав, что нет силы, которая может остановить ее, пошла на нас войной. Вот здесь и начинается, конечно, тот этап, когда потребовался такой орган, который бы взаимодействовал бы с внешним миром настолько, насколько это возможно было в наших условиях, и хотя бы делал все для того, чтобы, так сказать, сообщить миру, что происходит по-настоящему в Абхазии. Среди многочисленных трудностей, с которыми столкнулась Республика Абхазия как в военные, так и в послевоенные годы, была и международная изолированность. Ситуацию помог разрешить Институт полномочных представительств Абхазии за рубежом. Одними из первых эту ношу на себя взяли ныне полномоченный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба, Вячеслав Чирикба, который в тот период являлся представителем Абхазии в Западной Европе, а также Джордж Хьюитт, почетный консул Абхазии в Великобритании.
Вклад людей, которые в условиях информационной блокады доносили достоверную информацию до мира, нельзя переоценить. Дипломатия государств непризнанных, как выяснилось, феномен куда более интересный. Если вы представляете непризнанную, да еще ведущую войну республику, то помимо умения вести переговоры, приходилось включать всевозможные навыки. В этом нужно отметить, ни с чем не сравнимой практикой стало взаимодействие с внешним миром, а если быть точнее, с дипломатами других стран. Так получилось, что вот наша дипломатия абхазская формировалась во взаимодействии с великими дипломатическими школами. В процессе урегулирования грузино-абхазского участвовали великие страны. В переговорном процессе на стороне Грузии фактически так и называлась эта группа, группа друзей Грузии противостояла нам. Это были Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия. Ну, какие еще державы на земле, которые по мощи, по своей значимости и по своему месту в Организации Объединенных Наций могли быть рядом с этими государствами? Да никакие. И это был период очень интенсивных таких встреч, переговоров. И это все давало возможности формироваться, изучать, набираться опыта, что и привело к тому, что абхазская дипломатия на всех встречах международных выглядела достаточно солидно. Это признавали все. Это приходилось признавать и тем, кто видел Абхазию только в составе Грузии, никак иначе. Долгие переговорные процессы и встречи только закаляли нашу дипломатию и давали бесценный опыт нашим переговорщикам. Особое, конечно, впечатление оставило сотрудничество с такими известными дипломатами российскими, как Евгений Максимович Примаков, с которым мы очень тесно и активно работали над документом по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Я бы вспомнил наш визит по инициативе Примакова в Тбилиси, когда Владислав Арзенба встречался с Шеварнадзе. И тогда мы вот прилетели в Тбилиси, и Шеварнадзе и Арзенба разговаривали в закрытой комнате отдельно вдвоем. А я разговаривал с Примаковым на веранде, очень долго это происходило. В конечном итоге они ни для чего не договорились. Тогда Примаков имел проект общего государства. Ну, такое, как он уверял, это конфедерация. На самом деле там с очень сильными моментами федерации были, поэтому для нас это уже было неприемлемый вариант. И ничего не договорились, но чтобы не уезжать с пустыми руками, подписали меморандум, в котором говорится, что стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы. Если до войны стояла задача предотвратить войну, во время войны объяснить миру, что происходит в Абхазии по-настоящему, то после войны стояла другая задача – закрепить вот эту победу на дипломатическом фронте, не допустить сползания назад и, так сказать, способствовать тому, чтобы мир, так сказать, увидел новыми глазами Абхазию. Когда закончилась война и мы победили, как-то Владислав Григорьевич, наш вождь, мы это не должны скрывать, мы должны это всегда говорить, находился в Гудауте, пригласил меня, стал со мной советоваться. Мы открыли представительство, мое представительство, представительство абхазского президента в Турции, говорит, назови мне кого-нибудь, кого мы можем туда послать, на кого можно надеяться, который может оправдать эту работу, потому что она очень была ответственная, сложная, а у нас не было с диаспорой никакой сильной связи. Они мало знали наше государство, свою родину историческую. Пока я размышлял, кого нужно назвать, были такие ребята, между прочим, которые могли работать в Турции. Он перебил меня на половине разговора, беседы и говорит, знаешь, что я хочу тебе сказать? Мы уже решили, кого туда направлять. А я говорю, а чего вы меня спрашиваете? Он говорит, мы решили направить туда тебя. На тебе остановились. Ну, сейчас, если сказать, что мне это не понравилось, впервые в жизни
в Турции открывается абхазское представительство, и меня туда посылают. Это интересно, но это очень ответственно, а вдруг не оправдают. Главной, основной целью моей было обращение абхазцев к своей родине. Объяснение им, что такое родина. Представьте себе, абхазец, наши абхазцы, и по-абхазски говорят, и по-абхазски думают, но родился в Турции, учится в Турции, газету читает на турецком языке, телевидение смотрит на турецком языке. Он, естественно, хочет или не хочет, становится турком. Надо было привить к нашим товарищам вкус любви к родине. Как-то приехал в Абхазию, Владислав Григорьевич меня спросил, ты что там делаешь в Турции? Он-то знал, что я делаю, но спросил. Я говорю, Григорьевич, я что-то там сею, лаксковаться. А когда будут плоды, он меня спросил. Может быть, я не успею, и ты не успеешь, но ростки будут очень хорошие, и урожай будет неплохой. Ну, я не знаю по количеству, сколько это, 10 человек, 100 человек, 1000 человек, но многих я присылал сюда. Именно на дальних подступах, да, то есть за рубежом, решаются многие вещи, которые для нас очень важны. И в частности, вопросы войны и мира тоже. Если, конечно, может, громко звучит, но тем не менее это так и есть на самом деле. Вот там мы должны убедить весь мир о том, что мы правы, о том, что у нас есть свои обоснованные аргументы для того, чтобы не было каких-то вещей, которые нам очень не понравятся уже на территории Абхазии. Я считаю, что это очень важная работа, важнейшая работа для любого государства. Вот. И мне кажется, абхазская дипломатия всегда, с самого ее зарождения, была очень сильной, вот, и имеет свой собственный характер, вот, свое собственное лицо. Мне сказал один дипломат иностранный, что вот, он говорит, в наших кругах абхазскую дипломатию сравнивают с вьетнамской, а грузинскую сравнивают с китайской. Это потому, что китайцы в свое время, когда Америка воздушное пространство Китая нарушала, делала грозные заявления. Они перевалили за 1000, и даже такая была шутка, китайское, очередное китайское предупреждение. И вот они делали грозные заявления, когда садились за стол, они ничего не могли доказать и не добивались своей цели. А вьетнамцы, они говорят, он мне, улыбаются, но ничего не уступают. Так что наша дипломатия именно в таком качестве предстала перед международным сообществом с теми людьми, которые в контакте были с нашими дипломатами. И я еще раз хочу подчеркнуть, что со временем, за время общения с нами, они, конечно, увидели, что у нас есть серьезные аргументы, что у нас есть подготовленные хорошо люди. Мы в хорошем качестве всегда выступали. Но это не мешало руководству Грузии действовать по накатанному сценарию. Без палок в колесах от доброго соседа не обходился ни один шаг Абхазии в сторону внешнего мира, впрочем, как и сейчас. Сократ Джинджоли хорошо помнит самую первую встречу в Женеве, на которой грузинской стороне в очередной раз пришлось ощутить на себе характер абхазской дипломатии. На первой встрече в Женеве в ноябре 1993 года я помню, как накануне мы не получили списка грузинской делегации, которая будет участвовать в переговорах. Нас было несколько человек. Я возглавлял делегацию. Андрей Михайлович Тергенев был представителем, личным представителем президента на переговорах. Ну, тогда председатель Верховного Совета Арзамба на переговорах. Лакоба, Станислав Лакоба, заместитель Арзамба, был по парламенту. Чирикба участвовал. Лиана была квартирой-переводчицей. И Майкл Ван Вальт присутствовал на этих переговорах. Майкл Ван Вальт – это генеральный секретарь ОНН, в которой Абхазия состояла, Организация непредставленных народов и наций. Ну, он занимал какое-то определенное место, он находился с нами за столом переговоров. Утром в зале переговоров мы обнаружили против себя, так сказать, параллельное наше правительство.
Вот я был премьер-министром, председатель Совета министров, министр иностранных дел. Напротив меня сидел второй председатель Совета министров Абхазии. Вот. Ну и так, их человек 15, там все были, кстати, попытка обратить, значит, наши переговоры как бы внутри Абхазки, этот конфликт внутри Абхазки, он с самого начала получил настоящий отпор с нашей стороны. Мы протест выразили, это попало в прессу, везде и всюду. Мы вышли из зала заседания, вернулись только тогда, когда ведущий переговоры Брундер, швейцарский дипломат, который был назначен генсеком ООН своим представителем на этих переговорах, объявил, что вы являетесь представителем Абхазии, а эта страна – представитель Грузии. Знаете, вот очень много споров по поводу дискуссий у нас ведутся, и постоянно спрашивают, а нужны ли они, нужны ли они. Я считаю, что нужны, поскольку это очень важный канал связи с внешним миром, с крупнейшими мировыми акторами, где Абхазия может, абхазская делегация, абхазские дипломаты могут прямо высказывать то, что волнует Абхазию, объяснять нашу точку зрения на очень многие проблемы, которые возникают. И кроме того, школа дипломатии тоже. Здесь очень много плюсов, мне кажется. Вот. И я участвовал с самого начала в Римской дискуссии в 2008 году, в общем-то, и еще когда был советником Сергея Васильевича Багапшина, и продолжал уже в роли министра. С стороны кажется, что это ничего особенного, но это очень интенсивная психологическая работа, поскольку, в общем-то, борьба там тоже продолжается, дипломатическая борьба, где грузинская сторона каждый раз какие-то аргументы, часто лживые аргументы выдвигает, и приходится все это такое в, ну, дипломатичной форме, да, все это опровергать, либо свои аргументы проводить. Вот. Мы достигли нескольких вещей. Это создание механизма по реагированию на инциденты, вот, который в Гальский процесс, так называемый, да, это, я думаю, полезный процесс. Вот. Ну и также готовили некоторые документы. Очень много говорилось о праве граждан Абхазии на передвижение, на учебу во всем мире. Очень много было обсуждений по поводу вот, так называемой оккупированной территории. Да, вот мы очень много сессий провели, где доказывалось специалистами, что к нам это вообще не относится. То есть это очень интенсивная, такая интересная, вот, и напряженная работа на очень важной площадке, это в рамках ООН все происходит. Да. Были, кстати, значит, оценки российской стороны, нашей делегации, что работа была удовлетворительная, очень хорошая. Ну, кроме того, даже были утечки в WikiLeaks, это американская делегация, писала о том, что абхазская сторона очень конструктивна. Мне кажется, это тоже это не наши друзья, но все-таки объективно они оценивали наш настрой и нашу позицию. Принципиальную, но конструктивную. Мы должны доказать своей работой, своей жизнью, что мы способны создать свое государство. Независимость рано или поздно придет. Основоположник абхазской государственности Владислав Ардзымба верил в свои слова и делал все для достижения цели. Этот курс оставался непоколебимым и после его ухода с поста президента страны. Второй президент Сергей Багапш, чье имя связывают с признанием независимости, проделал большую работу для достижения исторической справедливости. И, конечно же, тут невозможно не отметить вклад наших дипломатов. Признание в 2008 году не наступило прямо в один день, 26 августа. К этому прилагались огромные усилия на протяжении многих лет. И то, как мы вели переговоры, и то, что происходило в отношениях между Абхазией и Российской Федерацией, и то, как изменились эти отношения после прихода к власти в России Владимира Владимировича Путина. Вот весь этот сложный период, все эти сложные времена, когда по крупицам, я помню, создавались все вот эти наработки, которые потом, к счастью, они, как говорится, выстрелили. И произошло то, что произошло. Какой-то и Багапш были в Бочаром ручье. Встречались с Медведевым, президентом. Ну и он им сказал, говорит, хорошо бы вам заключить конфедеративный договор. Ну, они сказали, да, да, конечно, хорошо. Не думали, что там серьезный вопрос этот уже прорабатывается.
Их приглашают в Москву и дают проект соглашения. И Багапш мне звонит срочно, говорит, вылетай в Москву. Я вылетел, меня встретил Игорь Аква. Мы едем, и Багапш звонит, Сергей Васильевич говорит, приезжай ко мне. Я заехал к нему вместе с Игорем Аква, и он показывает это соглашение, проект. Но я прочел только преамбулу, и тут же говорю, что за ерунда. Это ясно же, что никакой конфедерации между Абхазией и Южной Осетией не будет, потому что мы даже не граничим. Они, очевидно, хотят, я говорю, Грузию сюда потом приплести. Ну, тогда Сергей Васильевич говорит, ну, давай, посмотри концовку. Ну, я смотрю, там последний пункт, где написано, что к конфедерации могут примыкать и другие страны. И нет бы, чтобы точку поставить. Нет, они еще написали, в том числе и Грузия. Ну, ясно, белыми нитками все сшито. Поэтому я предполагал, что это, наверное, может быть, там с Саркози или с кем-то они там говорили, чтобы еще попытку сделаем. Не знаю, для чего это было. Но, во всяком случае, конечно, это всех устраивало бы тогда, кроме нас. Россия бы устраивала, все бы успокоились. Грузия была бы всегда на крючочке. Грузию бы устраивало, потому что уже поезд ушел, другого варианта нет. Европейский Союз, естественно, устраивал бы, чтобы конфликт урегулировали. Территориально сохранили целостность. Ну вот мы приехали тогда. Произошло то, что я сказал. Ну, когда мы отказались, сказали, что это нам не подходит, тогда эти дипломаты российские, которые участвовали, сказали, ну давайте встретимся завтра. И через несколько дней снова в Бочаровом Руче встречались какой-то Багапш с Медведевым. И сам Сергей Васильевич мне рассказал, как сказал тогда Дмитрий Анатольевич, ну я знаю, вы отказались от этого проекта, мне тогда ничего не остается, как признать вашу независимость. Получив известие о признании независимости, абхазский народ устремился к площади Свободы. Радости и ликованию не было предела. Жители Абхазии праздновали это событие всю неделю. Эмоции приутихли, и вместе с тем пришло трезвое осознание факта. Наступил новый период в современной истории Абхазии. Россия подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией, что стало важным этапом в становлении государственности новых субъектов международного права. На этом работа внешнеполитического ведомства только усилилась. Вот эти многие годы, многочисленные женевские процессы, многочисленные переговоры, после которых Грузия снова их нарушала, нарушала все соглашения, и Грузии все это сходило с рук. И мы полностью были зациклены на этих переговорах. И я вот тогда понял, что мы тратим больше времени на переговоры с врагом, при этом не ища друзей. И тогда вот этот период я решил, что надо заняться поиском друзей. Мы потратили очень много лет на то, чтобы вести переговоры с противником, которого поддерживают большинство стран Запада. И искать помощи, искать друзей в том лагере было просто бесперспективно. И тогда было принято вот такое решение, тем более, что у меня было много друзей, с которыми я когда-то учился в других странах. И вот эти связи дружественные и отношения, они дали мне возможность зацепиться, как знаете, за маленький вот выступ на скале. И потом поэтому за этот выступ, потом следующий выступ. В первую очередь это все началось с Венесуэлы еще в 2007 году, а может быть и раньше немножко. Это было до признания, за 2 года до признания Венесуэлы. Я скажу вам честно, признание Венесуэлы не было скоропалительным, да, или таким эмоциональным поведением президента Уго Чавеса. Зная его, я скажу, что это человек, который все очень много обдумывал и изучал очень много фактов перед тем, как принимать решение. Очень многие говорят, что Россия проплатила Венесуэле за признание. Да не было такого. Виктор Сергеевич сказал, мы вам обеспечим любую техническую поддержку, но за вас ездить, агитировать за признание мы не будем. Венесуэла не признала Абхазию в 2008 году, ведь как это сделала Никарагуа, например.
находясь в Никарагуа, мы узнали уже, что Венесуэла признала, и на следующий день мы уже полетели в Венесуэлу. И тогда мы уже начали подписывать первые протоколы и документы, получили вот этот указ о признании Абхазии и Южной Осетии. Ну, мы получили признание только Абхазии, естественно. По моему мнению, кульминацией вот этой деятельности и работы на латиноамериканском направлении было, конечно, когда впервые в истории нашего государства за много-много веков президент, лидер нашей страны отправился с делегацией далеко за океан. Это был тогда первый заокеанский визит президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш. Сначала в Никарагуа, потом в Венесуэлу. Я много работал в Латинской Америке и очень часто наблюдал, как работает местный протокол и как встречают самых высоких гостей и самых близких друзей. То, как встретили Сергея Васильевича Багапш, было на самом высоком уровне, как никарагуанского, так же и венесуэльского протокола. Это был потрясающий момент, когда президент Венесуэлы пришел на эту встречу полностью подготовленным. Он знал все об Абхазии, он знал все даже о том, о чем могут не знать какие-то международные эксперты. И даже тогда, вот, во время этого турне, опять-таки, США пыталась повлиять и создать какие-то большие проблемы нам. Ну, к счастью, мы все это преодолели, к счастью, это удалось преодолеть. И турне было очень успешно, потому что были подписаны соглашения. Больше всего меня радуют коммерческие соглашения, которые все еще есть возможность наполнять. И Венесуэла дала нам тогда огромные возможности для того, чтобы мы начали развивать это сотрудничество и наполнять его финансово во благо и Венесуэлы, и Абхазии. И вот я уверен, что в скором будущем вот все эти наработки, конечно, будут заново использованы. На сегодняшний день МИД Абхазии проделывает работу по укреплению имеющихся и установлению новых контактов практически на всех континентах. А в особенности мы наращиваем свое присутствие в Италии и посредством нее в странах Европейского Союза. В 2016 году была зарегистрирована первая в Италии ассоциация, относящаяся к Абхазии, Европа-Абхазия по абхазским паспортам. Ее учредителями стали 10 человек, 4 гражданина Италии и 6 граждан Республики Абхазия. Следующим этапом наращивания присутствия стала регистрация Абхазского института культуры имени Дмитрия Гуля в городе Риме. Задачами института были определены следующие направления. Это пропаганда абхазского языка, культуры и быта. МИД Абхазии также зарегистрировал в Италии дипломатическое представительство Республики Абхазия в Итальянской Республике, а также в странах Европейского Союза. Устав данного диппредставительства идентичен положению о посольстве Республики Абхазия в зарубежном государстве, что позволяет нам вести работу по установлению новых разноуровневых контактов. Конечной целью нашей деятельности в странах Европейского Союза, конечно же, является достижение признания суверенитета Республики Абхазия со стороны стран ЕС. Политика взаимодействия с Латинской Америкой в тот период лежала на плечах именно молодых дипломатов. Плоды их работы были существенными, точно так же, как их предшественников, которые помимо противостояния внешнему миру и налаживания контактов, сумели вырастить новые и квалифицированные кадры. Именно благодаря этому коллектив внешнеполитического ведомства всегда выглядел молодым, но никому не уступающим в знаниях. Знаете, так получилось, что традиционно в Министерстве иностранных дел всегда был молодой коллектив. И сегодня эта традиция продолжается, но эта молодость, она идет в сочетании с опытом, она идет в сочетании с профессионализмом и с тем, что сотрудники, которые сегодня служат в Министерстве иностранных дел, они выполняют абсолютно четко все те задачи, которые перед ними ставятся. Говоря о том, что традиционно Министерство иностранных дел – это молодые люди, у нас был такой случай.
А в бытность, когда министром иностранных дел был Сергей Миронович Шамба, его всегда называли директором детского сада. Вот когда наша делегация полетела в Латинскую Америку, тогда во главе с президентом Сергеем Васильевичем Багаевым, вот Сергей Васильевич тогда перед этим скептически так относился, что у нас молодежи много очень. Что такое там детский сад и развел? Хотя мы создали по нашей инициативе в нашем университете отделение международных отношений. И я тогда сказал, пообещал, что лучшие выпускники, мы их будем брать в МИД. И так мы и делали. Получилось, что молодых людей много. Что за детский сад? А вернулся, когда он говорит, слушай, говорит, как они отработали. А этого Максима, говорит, как принимают, говорит, все эти президенты, дипломаты, говорит, обнимают, Макс называют. Ну и сегодня мы имеем возможность видеть, что детский сад вырос. Детский сад вырос, и сегодня все те люди, которые работали в тот период, на мой взгляд, достойно представляют Республику Абхазию на разных международных площадках и отстаивают интересы нашей страны. И знаете, самое главное, то, что было, наши предшественники, они делали очень важную работу, когда воспитывали подрастающее поколение дипломатов. В тех сложных условиях, в которых Абхазия развивалась послевоенный период, те руководители, которые перед собой ставили задачу не просто думать о внешней политике, но и готовить кадры, наверное, это дорогого стоило. И сегодня мы видим эти результаты. Я помню, когда тогда мой министр и мой наставник, и учитель, я хочу это отметить, Сергей Миронович Шамба, он говорил нам тогда, будьте реалистами, требуйте невозможного. Так что мы тоже должны так же действовать. Внешняя политика – это, наверное, череда событий, которая не должна прерываться. Нельзя отмечать какой-то конкретный момент, сказать, что вот, мы сделали это и достигли всего. Нет, та работа, которую мы ведем сегодня, она началась задолго до нас. Ею занимались и наши предшественники. И сегодня во многом мы продолжаем тот путь, который уже был пройден. В этом вся суть внешней политики. Продолжать, не останавливаться на достигнутом. Быть дипломатом, наверное, это образ жизни. С этим надо родиться, с этим надо жить, этим надо думать. Невозможно прийти на дипломатическую службу, одеть костюм, галстук, красиво причесаться и стать дипломатом. Для этого недостаточно владеть иностранным языком. Это как военная служба, в которой нельзя солдата сразу сделать майором, потом полковником, генералом. Надо пройти очень много ступеней и сидеть, и научиться терпеть, научиться сдерживаться, научиться не говорить то, что не нужно. Это большое мастерство, которому я до сих пор пытаюсь учиться, и до сих пор, наверное, плохо получается. Внешняя политика – это та сфера государства, в которой случайных людей не бывает. Знаете, говорить о том, что был дипломатом – это неправильно. Дипломатом становятся и с этим живут всю жизнь. И сегодня, вот в день 25-летия, я хочу, обратившись ко всем, пожелать в первую очередь крепкого здоровья, больших успехов, потому как те люди, которые отдали частичку себя на поприще дипломатии, это люди, которые действительно большие патриоты своей страны, и в разное время, будучи на ответственных постах, они сделали все для того, чтобы абхазская государственность возродилась, и они приложили очень много усилий для становления современного абхазского государства. История МИДа – это история нашей государственности, которая продолжает развиваться по сей день. 25-летний путь преград, испытаний, исторических решений и побед формировал сегодняшний облик внешнеполитического ведомства. Сегодня МИД Абхазии – это важнейший рычаг взаимодействия с внешним миром. Три официальных посольства,
19 представителей и почетных консулов, которые устанавливают и поддерживают связи с политическими кругами стран пребывания. Это важные результаты ведомства. Через полномочных представителей жители других стран узнают достоверную информацию о республике, ее истории, политике и культуре. В результате Абхазия все больше присутствует в информационном поле зарубежных стран. Повышение эффективности в своей работе, укрепление кадрового потенциала, расширение области информационного воздействия, подкрепляющего дипломатические усилия по достижению основных целей внешней политики и созданию прочных гарантий безопасности и суверенитета Республики Абхазия, с годами цели и задачи МИДа не меняются, только увеличиваются. Впереди новые вершины и достижения. Министерство иностранных дел – одно из важнейших направлений в деятельности государства Абхазского. Мы хорошо помним, как складывалась ситуация по зарождению этого ведомства. Все те сложности, которые были в период войны и послевоенный период, не могли не сказаться на структуре, которая активно была включена во все процессы строительства государства. Она достаточно жестко и четко выражала позиции вновь строящегося государства. Все те, кто руководил этим ведомством те или иные годы, несли на себе бремя строительства государства, создания условий для того, чтобы мы были поняты мировым сообществом. Отстаивание интересов нашего государства – это было важнейшим направлением в деятельности Министерства иностранных дел. Мы хорошо помним те позиции, когда зачастую представители международного сообщества очень жестко говорили с нами, говорили, дабы заставить молодое абхазское государство уступить в тех или иных вопросах, создать условия, которые более были приемлемы, предположим, для той же грузинской стороны. Но, к счастью, руководство Министерства иностранных дел, руководство в целом страны не уступило ни один раз в этих вопросах. И все это стало для наших последующих руководителей этого ведомства достаточно хорошим примером. Хотелось бы в преддверии праздника юбилейного пожелать всем, тем, кто работал раньше, руководил этим ведомством, тем, кто сегодня продолжает это дело, самого доброго, успехов на этом поприще. Многое зависит от той деятельности, которая будет демонстрироваться этим ведомством на международной арене. Мы говорим о необходимости тех действий, которые привели бы к нашему признанию большими государствами. Такая работа проводится. Да, она не видна, и, может быть, не слышна для многих. Но она есть, она ведется, и ведется достаточно активно. Успехов всем тем, кто сегодня работает в этом ведомстве. Ну и, конечно, успехов нашему государству.